Правила дорожного движения вскоре будут дополнены пунктом 2.3.4. В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов, в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами светоотражающего материала, соответствующие требованиям ГОСТа 12.4.281/2014. Постановление опубликовано на сайте правительства. В постановлении указано, что изменения вступят в силу по истечении 90 дней с момента его официальной публикования 16 декабря 2017 года. То есть в середине марта 2018 о штрафах за нарушение этого пункта ПДД пока ни слова. Хотя в европейских странах, где такая практика применяется широко, они достаточно внушительные. Справочно в прилагаемых правительством РФ документах к постановлению приводится статистика, согласно которой за первую половину 2017 года в ДТП, случившихся в темное время суток, погибло 1321 человек, а 6537 граждан получили травмы, на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти объясняют это введением обязательных световозвращающих элементов для пешеходов, находящихся на дороге вне населенных пунктов в темное время суток, согласно пункту 4.1 ПДД. Согласно поправке к правилам, водители будут обязаны возить с собой куртку, жилет или накидку со светоотражающими полосами и надевать их при покидании салона машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости вне населенных пунктов.